Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Camry 2013 года, выпуска в белом цвете, на бензиновом двигателе объемом 2,5 литра, мощностью 181 лошадиная сила, АКПП, передний привод. На автомобиле у нас имеется камера заднего вида, хорошая резина, литые диски, повторители в зеркалах, пробег автомобиля 137 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Темный кожаный салон, чистый, ухоженный. Имеется мультимедиа, двузонный климат-контроль, кондиционер, подогрев заднего стекла, подогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, парктроники, омыватель фар, система курсовой устойчивости, электропривод передних сидений, электрегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.